Пока люди собираются, буквально пару слов расскажу о компании, с чем мы имеем с вами дело, а потом начнем про доходы. Смотрите, для меня самое главное, что Oriflame – это вообще шведский бренд, и что бы кто ни говорил, шведы – это шведские авто, которые считаются самыми надежными в мире, да, самыми безопасными машинами. IKEA – огромный шведский магазин, который тоже сделан для людей, для потребителей. Свой подход к бизнесу, к людям, к потребителям. Знаете, когда спрашивают, в чем здесь подвох, ребят, это шведы, здесь подвоха нет. И один из показателей того, что это так, и даже доказательство того, что это так, является то, что с Oriflame сотрудничает шведская королевская семья. То есть это не просто звезды, которые можно заплатить, да, за разовую какую-то рекламу. Это те люди, для которых деньги не на первом месте. Это люди, у которых на первом месте доверие и репутация. А вот на слайде вы видите, Королева Сильви дегустирует наш коктейль Wellness. А ниже вы видите с детьми. Это принцесса Мадлен, кстати, на обложке нашего каталога. И детский фонд помощи детям. Значок детского фонда. А мышку, ребят, вам видно? Должно быть видно, да? Дело в том, что компания Oriflame с 2004 года совместно со шведской королевской семьей помогает Всемирному детскому фонду, который работает в 17 странах, в том числе и России. И вообще то, что монархи участвуют в каком-то рекламном проекте, это очень-очень редкое явление, а у нас принцесса на каталоге появляется периодически. То, что королевская семья вообще поддерживает компанию, сотрудничает с ней, это действительно дорого стоит. Это показатель ценности, показатель качества, показатель этичности в бизнесе, с которым мы с вами идем к людям. И для меня это хороший тыл. Ну, просто приятно работать, когда с тобой вместе сотрудничает королевская семья. Следующий слайд. Это профессор Стив Стэн, профессор кардиотракальной медицины, один из всемирно признанных специалистов в области реаниматологии, сердечно-легочной трансплантологии. Возможно, то, что я перечислила, особо ни о чем вам не говорит, но врач и врач, да, таких врачей, в принципе, много, но дело в том, что это один из нескольких, всего лишь нескольких человек в мире, которые берутся за пересадку легких и сердца людям пожилого возраста. То есть таких людей вообще просто единицы, их меньше 10, если не ошибаюсь, человек, которые берутся за пожилых людей. Там очень высокая смертность у людей, то есть там даже легкие какие-то болячки вырезать проблемно, а тут легкое или сердце пересадить. А все резюме я его читать не буду, можно посмотреть в открытом доступе в Яндексе, в Гугле, посмотрите обязательно, если кому интересно. Остановлюсь на его изобретениях. Инструмент механической компрессии сердца Лукас продается по всему миру крупнейшим производителям медицинского оборудования. В России он тоже есть. Что это вообще такое? Это такой аппарат, который использует... Ну, вот смотрите, когда карета скорой помощи едет, наша обычная скорая, и у человека остановилось сердце, то нужно скорую остановить, и, соответственно, персонал делает массаж сердца. Когда сердце запустилось, тогда можно дальше продолжать движение. А вот этот инструмент механической компрессии сердца, он одевается на человека и делает массаж сердца без участия персонала. То есть можно это делать прямо на ходу. У человека появляется больше шансов доехать вообще до медицинского учреждения и, ну, в принципе, выжить. Да? Следующее изобретение – это препарат для восстановления донорского легкого. Еще одно изобретение – это оборудование, позволяющее консервировать донорские легкие на 48 часов. Именно для своих пациентов Стикстен со своей командой 8 лет разрабатывали и тестировали питание, которое позволяет организм восстановиться после таких серьезных операций. Это как раз его следующее изобретение. Была разработана такая формула, такой состав, который по усвояемости очень близок к грудному молоку. То есть пациент, в принципе, в очень тяжелом состоянии, он не может нормально ни питание усваивать, ну, в принципе, и восстановиться после операции ему сложно. А здесь получается, что вот это питание помогает человеку восстановиться. Полноценное питание. О каком питании вообще идет речь? Это наша с вами линейка Wellness коктейль суп. Это не коммерческая разработка, и, соответственно, приобрести ее можно только в компании Oriflame.
кому эта тема вообще интересна, актуальна, обязательно посмотрите вебинар по линейке Wellness. И у нас буквально недавно появился новый коктейль, который является полноценной заменой пищи. Если актуальна тема снижения веса, но не можете заставить себя сидеть на диетах, или там здоровье не позволяет сидеть на диетах, то обратите обязательно внимание на этот новый коктейль. А, хорошо, думаю, что с компанией работают серьезные люди. Понятно. И, если честно, мне очень приятно работать, делать общее дело с такими людьми, как Стэн и королевская семья. Если посмотреть со стороны качества, которое предлагает компания Reflame, это не просто на словах, это огромное количество сертификатов. Компания работает в 63 странах мира, и стандарты, требования в каждой стране свои. Кстати, кто знает, в Российской Федерации отменили сертификацию с 2019 года с целью поддержания малого бизнеса. Была отменена сертификация, потому что это очень дорогостоящее мероприятие, но благодаря этому нововведению, скажем так, да, в России, у нас появилось огромное количество подделок на рынке. То есть в обычных магазинах можно легко нарваться на подделку. Потребители, к сожалению, не могут пожаловаться в Роспотребнадзор на качество, потому что сертификация, она в добровольном варианте сейчас. И, соответственно, если вы от какого-нибудь шампуня на полках магазина потеряли свои волосы, да, или у вас выпали зубы от какой-то зубной пасты, ну, извините, это ваш выбор, где покупать вообще такую продукцию. А компания Reflame все сертифицирует, даже если это не нужно. И причем по европейским стандартам. Про все сертификаты тоже рассказывать не буду. Кстати, здесь не все. Я не нашла все. Не нашла картинку со всеми сертификатами. Остановились буквально на парочке. Эко-серт, например. Самый строгий и самый престижный стандарт среди производителей биокосметики в мире. Сертифицируется продукция, где как минимум 95% состав – это натуральные ингредиенты растительного происхождения. GMP, строжайший контроль качества производства, обычно сертифицируется в фармакологической промышленности. Кстати, если покупаете витамины для детей не в компании Reflame, обязательно спрашивайте, есть ли сертификат GMP. Дело в том, что если GMP один раз не пройдешь, то второй раз его просто вам не выдадут этот сертификат. То есть у компании прямо вот очень строго все с этим сертификатом. А у Oriflame 3 завода из 5 работают по стандарту GMP. Польша, Россия и Индия работают в соответствии со стандартом GMP. Кстати, наш завод в России, в Ногинске, это один из крупнейших вообще заводов России, имеет сертификацию LED. Это говорит о том, что компания с экологичной рациональностью подошла к выбору участков для строительства, эффективно использует водные ресурсы, ответственно подходит к вопросам энергосбережения и обеспечивает комфортную работу для сотрудника. В России мы получили в этой сертификации серебряный статус. Вы только представьте вообще, для сотрудников установлена такая система подачи воздуха, даже не воздуха, а кислородной смеси. Такая же, как на МКС, Международной космической станции. Эта система смотрит на количество людей в помещении и делает подачу воздуха, подачу вот этой кислородной смеси такой, чтобы людям было комфортно работать. Представляете, какое отношение просто к сотрудникам? Вам на работе делают такие условия? Вот вопрос такой. В Индии, кстати, мы получили в этой сертификации золотой статус. Так, еще недавно, ну, в принципе, уже давненько, но в любом случае, мы отдавали наш крем NovAge на независимую экспертизу, сравнили с кремами таких линей, как Dior, Lancome и Estée Lauder, и мы получили второе место по продуктивности с минимальным отрывом от первого. А теперь, ребят, внимание на цену, на ценовой сегмент. Если вы уже видели каталог, то у нас, наверное, обратили внимание, что у нас набор пятиступенчатый уход за лицом столько же стоит, сколько один кремушек нашего брендового коллеги. Это говорит о том, что мы с вами предлагаем лучшее соотношение цены и качества. Так, если... Ну, давайте сейчас мы с вами разберем те преимущества, которые есть в Oriflame, как и за что платит Oriflame деньги с точки зрения партнерских отношений. Смотрите, первый вид дохода – это, ну, в принципе, его знают все, 20% скидка или 20% доход, быстрый доход с перепродажи. То есть в каталоге нам представлена цена 79 рублей, допустим, да, гель для душа, мы его покупаем за 63 рубля. Ну, тут разница небольшая, но вот если возьмем, допустим, тот самый набор NovAge, про который я говорила на прошлом слайде, по каталогу он почти 8 тысяч, мы его можем взять за 6400. То есть это уже существенная разница, или экономия, которая остается у вас в кошельке, а денежки сразу остаются, или очень хороший доход с продаж, если вы занимаетесь продажами. Так,
Здесь, в принципе, к сожалению, вот многие знают только этот вид дохода, потому что он самый простой, и дальше люди просто не разбираются. Но самые большие деньги, они дальше. И сейчас я вам это все покажу. Так, для того, чтобы для наших дальнейших расчетов нам нужно понять данные вводные, откуда что берется. Это у нас с вами прайс-лист. Раньше он добавлялся в заказы, сейчас в заказы его не добавляют из-за ненадобности, но его можно скачать в личном кабинете или в боте, в Телеграме тоже его можно взять. Давайте слева направо пробежимся быстренько по нему, что понятно, что непонятно, посмотрим. А, смотрите, у любого продукта есть код, чтобы мы могли его легко найти. Так, вот мышкой показываю код. Дальше у нас представлена скидка этого продукта в действующем каталоге. Дальше у нас номер страницы каталога и наименование продукции, то есть наименование вот этого самого продукта. И дальше у нас непонятная абракадабра, да, вот как раз про который мы сейчас разберемся. Что такое ББ? Любой продукт в каталоге представлен в рублях и в баллах. Один балл в России примерно равен 40 рублей. Говорю примерно, потому что разные категории немножко отличаются. Это внутренняя единица компании, которая считает активность среди разных стран. Так как Oriflame у нас представлен в 63 странах мира, везде разные валюты, очень тяжело считать, как человек работает и какие обороты делает его команда. Поэтому была введена внутренняя единица, балл-бонус, которая дает понимание, сколько же выплатить относительно местной валюте человеку. А давайте расскажу прямо на примере, чтобы было вот очень понятно. Допустим, если в Российской Федерации, ну, если в России у нас помада 3 балла, то в других странах она тоже 3 балла. И если у вас есть международная веточка, международная команда, вы строите, допустим, там в международной команде сделали оборот 100 помад. То есть, соответственно, это 300 баллов. Да, умножаем на 3, это 300 баллов. Компании, и вы сразу можете прикинуть, посчитать, что ваш доход будет считаться с оборота 300 баллов. 300 умножить на 40, у нас балл стоит в России 40 рублей, да, в среднем, то это объем 12 тысяч рублей. Вот с 12 тысяч вы как раз и получаете доход. А понятно ли в этом месте? Ребят, у меня куда-то этот чат работает. Ага, все. Если есть вопросы, девочки, пишите в чате, я чат открыла, вижу. Буду продолжать. А все остальные показатели у нас в рублях, так как мы живем в России. Давайте разберемся, что такое ОП. ОП – это объем продаж. Грубо говоря, это себестоимость продукта, за сколько продукт был произведен, привезен. И здесь же наше с вами вознаграждение и прибыль компании. Обратите внимание, что выплаты по маркетинг-плану идут как раз с ОП, с объема продаж, по вашей структуре. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что дальше видите ДЦ, это дистрибьюторская цена, та цена, по которой мы с вами покупаем продукцию. Это сумма ОП плюс НДС. Вот объем продаж плюс НДС, НДС налог на добавленную стоимость. Как вы знаете, все продукты, которые мы покупаем вообще по жизни, да, у нас с учетом НДС. Вот здесь то же самое НДС идет государству, и то, что остается у компании ОП, как раз делится между нами и компанией. А ПЦ дальше у нас – это потребительская цена, это цена в каталоге. То есть продукт представлен по цене в каталоге, вот как раз по ПЦ. И дальше, кстати, да, смотрите, ПЦ от ДЦ, не буду с этим. В общем, есть торговая надбавка, есть скидка. Если торговую надбавку считать от ДЦ, допустим, до ПЦ, это где-то 26%. Если обратно ПЦ на ДЦ, это 20% скидка. Да? То есть есть такое в математике понятие, как обратный процент. В общем, у нас от ПЦ скидка 20% получается в ДЦ. И чтобы это все не считать, у нас есть НП, показатель немедленная прибыль. Это как раз разница между ПЦ и ДЦ. То есть кто вообще математику не любит, вот графа, сколько вы или экономите, или покупаете, или получаете с каждой баночки, если занимаетесь продажами. Понятно ли в прайс-листе? Если какие-то вопросы, ребят, пишите. Я продолжу дальше. Следующий слайд. Смотрите, если посмотрим с точки зрения того ассортимента, который представлен вообще в компании Oriflame, это более 1500 наименований продукции от кончиков волос буквально до кончика ногтей. Люди часто даже не задумываются, какие средства они покупают, сколько этих средств они покупают. И когда человек спрашивает, сколько ты тратишь денег на такую продукцию, человек всегда затрудняется ответить, потому что просто не знает. Мы не покупаем все в одном месте и в одно и то же время. Поэтому если себя и человека, которого мы приглашаем сюда, перевести на обороты в Oriflame, да, чтобы он покупал здесь, мы увидим, какие вообще объемы проходят мимо нас сейчас.
И сверху увидите табличку, по которой сейчас мы пройдемся поподробнее. Вернее, не сейчас. Давайте сначала еще поговорим о том, что предлагают у нас новому партнеру, кроме 20% скидки, которую можно получить сразу от компании, у нас есть еще прекрасная стартовая программа. То есть компания Oriflame инвестирует свои деньги на то, для того, чтобы каждый из нас, каждый вообще новичок, ознакомился с топовой линейкой компании за ее счет. То есть стартовая программа рассчитана на 4 каталога. За это время мы можем получить продукцию со скидкой на 15, ну почти 15 тысяч рублей. То есть вот такая вот классная стартовая программа у нас. Давайте посмотрим шаг первый. Если условия вообще очень простые. Если вы делаете заказ на 100 баллов в первые 21 день со дня регистрации, причем это не важно, одноразовый заказ на 100 баллов или там 10 заказов по 10 баллов, суммарно за 21 уложили, сделали на 100 баллов, то вы проходите шаг первый, и в следующем каталоге можете получить всего за 199 рублей водичку, или мужскую или женскую парфюм, которая в каталоге стоит 2630 рублей, и у вас получается скидка на эту водичку 2331. Если вы для себя, это просто приятный подарок для себя. Если, соответственно, продажами, то вот, такой, вот такая у вас сразу выгода. Дальше. Если вы выполняете шаг первый, то мы можем участвовать сразу в шаге номер два. Очень важный момент, эти шаги нужно выполнять подряд. Так вот, если в следующем каталоге вы опять делаете на 100 баллов, то проходите второй шаг, получаем набор уходовой декоративной косметики Giordani Gold. Это люксовая вообще серия. И, кстати, совсем недавно вот помада Giordani Gold тоже в экспертизе. Естественно, отбор заняла первое место. Дальше. Обратите внимание, что в компании Oriflame вообще есть серии продуктов на любой кошелек. Есть более доступные серии для большинства людей и есть люксовые. И участвовать в стартовой программе, как раз участвовать в стартовой программе, вы можете протестировать на себе все топовые люксовые линейки компании. Здесь все самое лучшее от компании. Следующий шаг – это серия Novage, про которую как раз я говорила на предыдущем слайде, что это лучшее соотношение цены и качества. Уходовая белая косметика для лица. Дальше, следующий шаг – это линейка Wellness. Это коктейль, про который как раз разработала Стикстенд, о которой я тоже рассказывала. И омега-3 помогут вам компенсировать ту нехватку микро- и макроэлементов для нашей с вами ежедневной деятельности и вообще поддержания здоровья. Тоже обратите внимание. В общем, вот такой вот классный набор можно получить. Вообще, эта программа рассчитана, соответственно, на 4 каталога, и за 4 каталога вы можете ознакомиться со всеми топовыми линейками компании со скидкой на 15 тысяч рублей. Так, ну а теперь давайте вернемся к нашим с вами бонусам. Вот эта табличка, про которую я говорила. Второй вид доходов компании – это возврат от 3 до 22% с ЛОП. Или еще у нас в чатах очень часто можете встретить ЛТО. Личный объем продаж или личный товарооборот – это все одно и то же. Личный объем покупок – это тоже все здесь же, это все одно и то же. Просто по маркетинг-плану ЛОП будет встречать, да, а если в чатах увидите, то это будет ЛТО, и все наши чаты тоже подписаны ЛТО. Личный товарооборот. Итак, то есть у нас была с вами скидка на любую продукцию, и здесь вы видите, что можно еще получить возврат, если у вас объемы чуть больше. Сразу обращаю внимание, что дальше все вознаграждения как с личной активности, так и с групповой выплачиваются только при условии личной активности 150 баллов. Это единственное условие в компании для получения дохода. Рассмотрим личную активность, допустим, если мы делаем товарооборот 150 баллов. То есть, смотрите, если делаем 150 баллов, возврат идет от компании 3%, 450 баллов, 6%, 900 баллов, 9%, 1812, 3015%, 5018, 7500, 22. Вот, допустим, мы сделали на 150 баллов, 1 балл у нас 40 рублей, 150 умножить на 40, то есть мы сделали объем 6000 рублей. То есть нам компания, помимо 20%, которая скинула сразу, еще делает возврат 3%, это примерно 200 рублей. Мелочь, но приятно. Давайте посмотрим, если мы говорим про 7,5 тысяч баллов, то здесь уже 22%, это 60 тысяч рублей ваш возврат. Это уже много, но и 7,5 тысяч баллов, это тоже очень большой объем. Умножаем на 40 рублей, да, 1 балл, это где-то 300 тысяч товарооборот нужно сделать, чтобы такой объем получить. То есть это вид вознаграждения для поощрения хорошо работающих продавцов. Люди, которые умеют делать хорошие личные обороты. И сейчас еще компания
Oriflame понимает, что на первых этапах 200 рублей, да, это маловато, и вводит такое понятие, как бонус максимум, программа выгоды максимум. В чем вообще суть этой программы? Кстати, она начинается с 50 баллов даже, а не со 150 баллов. То есть Oriflame говорит, делай личный объем продаж регулярно или объем покупок, ну как вам удобно, регулярно и получай дополнительные привилегии от компании, такие как возврат от 5 до 12% от дистрибьюторской цены, то есть по цене, которую мы с вами покупаем, видим в корзине. И вы имеете возможность также участвовать во всех внутренних распродажах компании, если выполняете эти условия. И смотрите, очень интересный момент. Это программа для поддержания партнеров на старте карьеры, на старте роста. То есть для тех, до тех пор, пока вы или вы совместно с вашей командой суммарным доходом не превышаете сумму 12% от личного вашего заказа, вот эти 12% вам будут начисляться вместо первых бонусов по маркетинг-плану. Давайте на примере расскажу, чтобы было понятно. Вот смотрите, допустим, мы сделали товарооборот 150 баллов личный, да, умножаем на 40, это 6 тысяч рублей, ну и, соответственно, 3% нам возврат по маркетинг-плану, это 200 рублей. Если мы идем по этому бонусу, то получается у нас, мы получаем 12%, это 720 рублей. Ну, сразу видно, да, что немножечко лучше этот бонус, то есть это поддержание от компании. И самому тоже считать не нужно, в конце каталога компьютер сам подсчитывает, да, калькулятор, что вам выгоднее получить. Или вот этот вот выплату по маркетинг-плану, или, соответственно, вот этот бонус. Что больше, то вам и начисляется. Так. Следующий вид вознаграждения. Oriflame говорит, ребята, вы по этой таблице можете двигаться не в одиночку, а группой. И вводит третий вид вознаграждения, это возврат от 22% до 3% с группового объема продаж. Также у нас есть такая аббревиатура, как ГТО, групповой товарооборот. ГТО, да, вот. То есть, опять же, по маркетинг-плану вы будете встречать ГОП, а в чатах, скорее всего, ГТО чаще всего, потому что как-то ну, созвучно, что ли. Так, что здесь у нас? А, то есть, допустим, давайте сразу смотрим на примере. Сейчас, секундочку. Наша с вами задача вообще научиться делать личную активность 150-200 баллов. Если мы говорим про перспективу, то есть у нас такое понятие, как директорский бонус, это объем 200 баллов. Кто-то скажет, я для себя столько не покупаю. На самом деле этот объем легко сделать на личном потреблении, например, только один набор на вейдж, да, где-то 150 баллов, плюс если берете wellness для себя, а это уже еще плюс 100 баллов. Ну, в общем, такой объем реально можно сделать самому, на себя, для себя, если у вас есть семья, то еще больше получится. Другой вопрос, что не у всех есть возможность делать такие покупки на старте карьеры. Понятно, что мы с вами все равно к этому придем, так как с возрастом нам нужно действительно вкладывать средства и в здоровье, и в поддержание молодости. Думаю, со мной все согласятся, да? Но на начальном этапе где же нам взять вот эти 150-200 баллов? Смотрите, мы будем давать людям информацию о нашем бизнесе, и далеко не каждый будет соглашаться. Согласны? То есть... Есть люди, которые мы уже презентацию провели, они понимают, что в Oriflame что-то есть, деньги здесь есть, это все логично, но вот пока не готовы включиться в работу. Мы можем перевести таких людей в клиентскую базу. То есть пока мы с вами ищем 5-7 активных людей, у нас с вами все равно будет 10 человек, которые скажут, ой, нет, я сейчас пока не готов, но готовы заказывать для себя, например, там на 1000 рублей в каталог или в месяц. Вот простая вам математика. 10 человек по 1000 рублей – это товарооборот 10 тысяч рублей, которые вы проведете через свой личный кабинет. И, соответственно, даже не вкладывая свои личные средства, можете легко сделать объем 200 баллов. Даже без привлечения как бы, ну, личного капитала. К этому мы придем через 1-2 каталога работы при условии, если вы не будете забывать тех людей, которые вам отказали. Они нам тоже очень нужны. И, кстати, это дополнительные деньги, 20%, да, если вы не отдаете со своей немедленной прибылью. Я лично организовала, то есть я, когда собираю свой заказ, я всегда коллегам говорю, девочки, я, соответственно, оформляю заказ в компании Oriflame, если кому-то что-то нужно, вот каталог, смотрите, я вам закажу, скидку свою вам тоже отдам, у меня там 20% дисконт, ну и, соответственно, мне девчонки пишут списки, и списки это совсем не маленькие, то есть там, ну, примерно приличные такие объемы. Так, ладно, это было такое небольшое отвлечение, как вообще организовать личный товарооборот. Вот смотрите, возврат от 22% до 3% с группового товарооборота.
или с группового объема покупок. Допустим, смотрите, мы организовали с вами команду из пяти команд. Допустим, ваша первая команда, вы запустили первую веточку, мы еще называем. У вас пришел человек, вы вместе начали строить команду, вот они сделали уже 500 баллов товарооборот в этой команде. Следующий человек пришел, зарегистрировался, ничего еще пока не купил, ничего не начал никого приглашать, соответственно, у него нулевой товарооборот. И ну, он просто смотрит на вас, да, как бывает, говорят, что я сейчас посмотрю, что ты здесь делаешь, и, соответственно, потом, может быть, включусь. Третий человек тоже пришел, начали строить команду, 1900 у них баллов по команде, и еще там, четвертый человек просто для себя заказ сделал на 150 баллов, допустим, и пятый человек тоже команду строим, 5000 товарооборот, 5000 баллов. Что смотрит компания? Компания смотрит суммарно, сколько получилось баллов в вашей организации. То есть все суммируется. 500, 0, 1900, 150, 5000, ваши 200. Получается 7750 баллов. Компания видит вот по этой вот табличке. Это уровень 22%. То есть на вашу команду полностью начисляется 22% возврата с вашего общего товарооборота. Теперь посмотрим, сколько каждый получает. То есть, смотрите, компания начинает выплаты снизу. Вот этот человек с его командой сделали оборот 500 баллов. То есть смотрим по таблице. Это уровень 6%. То есть 6% уходит на эту команду. А вам остается разница 22 минус 6. Это 16% уходит вам. С этого человека у него нулевой товарооборот. Ну, в смысле, и процентный уровень у него, соответственно, тоже нулевой. Вы получаете с него 22%, но с нуля. То есть вот если вы делаете просто регистрацию, людей регистрируете, да, нулевой товарооборот, вы получаете много процентов, но с нуля, соответственно, 0 рублей вы и получаете. Следующего человека, у него 1900 баллов в команде, смотрим по таблице, это уровень 12%, вы получаете разницу 22 минус 12, 10% вашим. Следующий человек сделал заказ 150 баллов, он вышел на 3% уровень. Вот, просто ему возврат 3%, ему 3% ушли, вам остается разница 22 минус 3, это получается 19%. И следующий человек, у него команда 5000 баллов, это 18% менеджер, и вы получаете, соответственно, разницу 22 минус 18, 4%. Давайте посчитаем, что выгоднее вообще. Может быть, 19% лучше получает, да, если у нас просто потребители сейчас наберем. Смотрите, если, допустим, человек делает оборот 150 баллов, как мы уже считали раньше, это 6 тысяч товарооборот, вы получаете 19%, это 1140 рублей. Вы получаете с этого объема 19%. А вот с этого объема сумма 5000 баллов умножить на 40 рублей, это где-то 200 тысяч товарооборот в его команде, и вы с этого оборота получаете 4%. 4% это 8000 рублей. То есть, если вы будете набирать просто потребителей, это, конечно, хорошие, большие. Ну, в общем, если вы на большом уровне уже, то это хорошие деньги. Но потребители, они нестабильны. То есть, они здесь, их здесь ничего не держит, кроме дисконта 20%, да, и все, в принципе, ну, и качественного продукта. А здесь, если люди, соответственно, делают уже большие обороты и строят команду, они здесь еще и зарабатывают. То есть, здесь им есть смысл вернуться и, соответственно, проводить эти обороты и строить команду. Так, давайте еще более подробно расскажу, где это найти в личном кабинете. В личном кабинете все есть, в принципе, да, можно сразу посмотреть, прям сегодня зайти. Заходите в главное меню, это избранное выбираете и информационный листок. Дальше выбираете каталог, по которому хотите посмотреть. У вас сейчас, если сейчас будете смотреть, будет 13-й каталог стоять. И выбирайте первый уровень, не всю персональную группу. Если вы нажмете всю персональную группу, там у вас все люди будут. Выбирайте первый уровень, чтобы посмотреть именно отрывы, да, сколько у вас получится разницы между вашими веточками. У вас откроется вот такая таблица, и сейчас мы ее подробно посмотрим. Отчет можно отправить на почту, можно открыть сразу сейчас. Так, смотрите, это непосредственно мой отчет одного из каталогов. И вот смотрите, первая строчка. Мышка у меня пропадает периодически. Первая строчка – это как раз мои данные. Вот я на нулевом уровне, то есть это мой уровень 0. Дальше подо мной, соответственно, 1, 1, 1, 1 – это мои первые уровни. У меня 4 первых человека, скажем так. Прямо подо мной зарегистрировано 4 человека. Смотрите, я сделала в каталоге 157 баллов. Это баллы личные. Дальше личные ОП, ЛОП или личные
ЛТО, личный товарооборот, да, вот 5349, это уже без учета НДС, то есть это уже чистые деньги, которые получила компания. Дальше мой процентный уровень в этом каталоге и максимальный уровень, ну вот это, в принципе, сейчас нам пока не нужно, максимальный уровень вообще был, который в истории. Баллы группы, по которым мы как раз смотрим мой процентный уровень, помните, да, там 3000 баллов, это 15% уровень. У меня чуть больше, но это тоже 15% уровень. Дальше объем групповой, ГОП. То есть вот как раз групповой объем продаж 105154. И дальше вот здесь у нас видна скидка. Это как раз доход, который я получила за этот каталог. Смотрите, как это все считается. Вот смотрите, вот ниже я, у вас там все будет в черно-белом варианте. Я, соответственно, цветами немножко исправила. Первая веточка, скажем так, первая команда у меня делает товарооборот ОП. Групповой объем продаж на 90 772 рубля. У меня опять мышка пропала. Вот, вот я синеньким выделила. Соответственно, баллов у них 2781. Это еще они не дотянули до 15% уровня. Соответственно, у них 12%. Я получаю здесь разницу. 12% компания выплачивает им. Мне на команду 15, соответственно, 15 минус 12, остается у меня 3% с их команды. А ниже, зеленый, синий и оранжевый, у них, соответственно, вообще, ну, они не вышли ни на какой процентный уровень, соответственно, с их команд я получаю 15%. Давайте все это посчитаем. Как получилось у нас сумма 4880? И кому это не важно, можете даже не считать. Просто я такой человек, что мне интересно понимать, да, каждая цифра откуда берется. Поэтому я это все просчитываю. Может быть, здесь такие же люди есть, и вам тоже будет это интересно. Смотрите, сначала считаем ЛОП, личный объем продаж. Личный объем продаж у меня 5349 рублей. Соответственно, с них я получаю 15%, так как я на 15% уровне. 5349 умножить на 15%, 802 рубля, 35 рублей, 35 копеек. Это вот наш второй вид дохода. Возврат от 3 до 22% с личного объема продаж. Так что если у нас здесь просто потребители, да, случайно зашли, вам тоже выгодно, если под вами растет команда и у вас растет процентный уровень. Вы просто с своего личного заказа получаете больше возврат. Дальше, следующий, это третий вид вот дохода, это с группового объема продаж. Вот каждую веточку я по отдельности посчитала. Первая веточка желтая у нас 3%, да, у меня разница получается 15 минус 12, 3%. Получаю 2723 рубля 16 копеек. Дальше по веточкам, вот у них там 1000 товарооборот, умножаем на 15, то есть они не вышли на какой процентный уровень, я получаю 15% с них. И третья, четвертая веточка тоже, да, смотрите, видите, у меня 15%, вот я посчитала. Вот это все вместе складываем и получаем 4880 рублей 46 копеек. Но копейки здесь не указываются, поэтому вот такая сумма. Вот она. Так что, кому интересно, вот здесь все. Еще раз повторю, кто не любит считать, можно не считать. Все это в автоматическом режиме, все просчитывается. Дальше, пять. Вот, кстати, смотрите, что будет. Вот у меня здесь по истории, смотрите, у меня 15% уровень, и вот эта вот желтая веточка у меня тоже на 15% уровне. Что такое вообще отрыв? Вот здесь у меня отрыва нет. То есть с этой ветки я ничего не получаю. Если вы просто потребитель, и под вами строится команда, одна веточка, ну вот, допустим, желтая, да, и вы на одинаковом процентном уровне со своим первым, то вы ничего не получаете. Компания выплачивает тому, кто ниже. То есть начинают выплаты всегда снизу. Ему денежки ушли, вы ничего не получаете, так как у вас отрыва нет. Что делать? Вам нужно выйти на следующий уровень, на 18%. Тогда вы получаете 3% отрыв. А что делать, если мы, например, у нас одна команда вышла на 7,5 тысяч баллов, это 22%, соответственно, у него 22% и у вас 22%. Что здесь? Выше расти уже некуда, поэтому компания говорит, ты вырастил такую команду, молодец, и теперь вот тебе следующий бонус за развитие 22% групп первого уровня. То есть если у тебя выросли 22% группы, то за каждую группу ты получаешь, за их персональную группу, ты получаешь 5%, как, ну, скажем так, проценты работы, да, дивиденды такие с персональной группы человека, который под тобой находится. Уже не те возвраты, а вот именно бонус. И смотрите, компания говорит, все, отстанет этого человека, он уже сам умеет работать, он уже сам делает обороты, ты получаешь, спасибо тебе, что ты его привел, что ты его научил, и вот тебе бонус 5% с его персональной группы. Но
компания говорит, слушай, а давай ты научишь этого человека тоже обучать других людей, не только зарабатывать, но и обучать других. Давай поработай с этой структурой вместе с ним, и компания вводит следующий вид дохода, который с глубины, за развитие 22% групп глубины. Компания вообще, на самом деле, по правилам сетевого, очень здорово, если вы прорабатываете 3 уровня вниз. То есть, ну, вообще, по правилам сетевого, для устойчивости вашего бизнеса прорабатываете лично 3 уровня вниз. Но компания Oriflame платит не за 3 уровня, а за 6 уровней вниз. То есть за 2 уровень, когда у вас появляется... То есть вы вот этого человека обучили тоже обучать других людей зарабатывать. И со 2 уровня директоров вы получаете 2%, 2%. С 3 уровня 0,5%. С 4 уровня 0,25%. С 5 0,125%. С 6 0,0625%. Казалось бы, процентик малюсенький, но смотрите, сколько там может быть человек вообще. Вот, допустим, если у вас в 1 уровне 5 директоров, вот сейчас мы как раз рассчитали, да, что у вас 5 веточек, и, соответственно, допустим, у них тоже по 5, это уже 25 во 2 уровне, в 3 уровне у вас 125, в 4 уровне 625, ну и так далее, да, вот там цифры могут быть просто колоссальные, даже вот такой маленький процент, он может быть больше, чем бонус у вас от 1 уровня. И еще такой момент, ребята, мне очень часто встречается такое возражение, что здесь зарабатывают те, кто пришли с самого начала. Вот вначале пришли, да, и сейчас нет смысла начинать, потому что все равно все сливки верхние собирают. Вот Oriflame, ну вообще торговые компании, Oriflame, ну и другие сетевые компании, да, они отличаются тем, что здесь зарабатывает тот, кто работает. Не тот, кто сверху, а тот, кто работает. Показываю на примере. Смотрите, допустим, пришла Маруся, пригласила 2 человек, они стали директорами, все здорово, казалось бы, да? Но вот у Маруси есть, не знаю, Василий. И Василий начал активно работать и построил там 5 директоров, привел, да? И вот смотрите, что получается. Маруся получает с персональной группы первого своего уровня 5%, со 2 уровня получает 2%. А Василий, да, мы Василий назвали, у него 1 уровень, 5 человек, да, он получает 5%. То есть вы с этого уровня получаете, Маруся получает там 2%, а он получает 5%. Что больше, 2 или 5? То есть он в 2 раза больше получает, чем, соответственно, вот Маруся. Если, соответственно, если дальше у него получается 2 уровень, для вас это 3 уровень. С 3 уровня вы получаете 0,5%, а он получает 2%. Это в 4 раза больше, чем, соответственно, Маруся. Понятно, да? То есть сюда можно прийти в любое время, просто взять и сделать сразу огромный товарооборот, огромную команду построить, и ваш вышестоящий спонсор будет получать меньше, чем вы. Ну, если для вас это принципиально. Хотя он будет вам всячески помогать, потому что он ваш спонсор, да, ему интересно вообще, чтобы вы здесь зарабатывали по максимуму. Так, дальше. Следующий вид дохода за развитие персональной группы до 1% с объемов, персональной группы. Что это вообще такое? Это у нас автопрограмма, которая есть. У нас 3 автопрограммы. Начинается с уровня директора, с 22% уровня. И менеджерские конференции, которые в следующем году вот будет в Турции. Менеджерская конференция. Ребят, это очень круто, что эти деньги, если вам, например, машина не актуальна, да, можно забрать деньгами. То есть эти деньги. Какая-то фалогия получилась. В общем, если вам машина не интересна, вы можете просто деньгами получать. А можно машины? То есть компания оплачивает полностью покупку машины из автосалона. Следующий вид дохода – это карьера. Можно так назвать. Я тут как раз объединила несколько. Допустим, смотрите, если вы выходите на уровень 22%, делаете товарооборот группы 300 тысяч рублей, 22%, вы становитесь директором, если продержите этот уровень 8 каталогов. Причем у нас в году 17 каталогов, вы суммарно 8 продержитесь. То есть это может быть не подряд, это может быть там сегодня вот в этом каталоге 22%, в следующем вы просели немножечко, допустим, меньше товарооборот получился, в следующем опять поднялись. И вот так суммарно в течение года вы продержались на 22% 8 раз. И компания, все, вы закрываете звание директора, вам компания за это бонус 100 тысяч рублей, помимо тех зарплат, которые вы получаете, каждый каталог, еще бонус 100 тысяч рублей, вам вот этот автобонус, про который я говорила, вам банкет директоров, на который вы можете приехать на 2 лица, да, можете погулять там. Я сразу представляю
представлять, ну, так как я тоже работаю в компании с продажами, и какие мы объемы делаем для компании, и максимум, что нам могут дать, это какую-то премию, да, что, ну, я ничего не говорю, что там в компании это все плохо, на самом деле просто не каждая компания может себе позволить такие бонусы так чествовать человека и так его благодарить за хорошие результаты, как компания Reflame. Компания Reflame может себе это позволить, и вот такая вот благодарность от компании здесь есть. А компания, соответственно, мотивирует нас учить других людей тоже зарабатывать. Соответственно, если у вас в команде появляется директор, тоже человек, который 8 каталогов продержался на уровне 22%, он получает вот эти плюшки, которые я сейчас рассказала, то есть 100 тысяч бонус в банкет директоров в автопрограмму, а вы за то, что у вас появился один директор, становитесь старшим директором, получаете бонус еще один, 150 тысяч. Если у вас два таких человека появляется, да, у вас уже два человека, которые тоже на уровне директор, вам еще один бонус 200 тысяч плюсом, то есть был 150, был 100, 150, теперь еще 200 вам дарят, плюс у вас еще есть возможность посещать золотые конференции за счет компании, в следующем году это будет конференция в Дубай, и, соответственно, значочек вам еще дарят за то, что вы золотой директор, вам золотой значочек дарят. На этом, конечно же, не все. У нас вот такая вот классная есть карьерная, скажем так, табличка, лестница успеха. Вот, ребят, просто открываем свободное время свое, спокойненько так, в приятной домашней обстановке. И смотрим вот эту графу. Доход рублей в месяц. Выбираем ту сумму, которая вам интересна, и смотрим, какой это уровень. То есть, вот, например, мне интересно 250 тысяч в месяц получать, да, я смотрю, это бриллиантовый директор, ага, значит, мне нужно 6 человек научить, чтобы они вышли на уровень директора, и я получаю ежемесячно 250 тысяч, я получаю бонусы, вот смотрите, бонусы суммируются, 100 тысяч, 150, 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч, 100 тысяч. Ребята, ну, кому там ипотеку нужно закрыть? Вот этими бонусами, просто бонусами можно закрыть реально там все ваши, если есть кредиты, ипотеки и все такое. Ну, или просто получить для себя и использовать таким образом, да, купить что-нибудь может. И здесь же уже вторая автопрограмма на 2 миллиона 400. Компания финансирует покупку машины. Опять же, повторяюсь, можно забрать эти бонусы деньгами, если вам интересно. Два раза в год поездка за счет компании – это золотая конференция, бриллиантовая конференция. И банкет на два лица. А, кстати, поездки тоже на два лица. Вы можете взять с собой спутника бесплатно. Вот, и, соответственно, банкеты. Так, все ли понятно? Ребят, что-то такая тишина, меня вообще слышно. Давайте итог подведу. Маякните мне что-нибудь в чате. Я пока итоги подведу. Смотрите, у нас всего, ну вот я разделила 7 видов дохода, 20% скидка или экономия, или скидка, или прибыль, да, немедленная, про которую, в принципе, все знают. Еще возврат от 3 до 22% – это тоже с личных объемов продаж, то есть это за объемы продаж. Вот эти два пункта знают, ну, по крайней мере, первый пункт знают все, второй пункт – это тоже лично можете сделать, это за, если вы продаете, да, делаете большие объемы. Вот первые два пункта вообще легко сделать, но здесь деньги, ну, как, нормально, может быть, но не те, которые вы видите, которые вам показывают в чатах, которые вы видите в социальных сетях, на которые вас пригласили, это не те деньги. Вот те деньги, которые вы видите, это как раз за третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой пункты. Это работа с людьми. Более 31% возврат с воротов за работу с людьми, ребята. У нас организационная работа, а не работа с каталогом. За каталог столько не платят. Третий это возврат, ну, третий вид дохода – это возврат от 22% до 3% группового объема продаж, когда вы приглашаете людей. Четвертый вид дохода – это бонус 5%, если вы развиваете, вы как раз людей учите зарабатывать, вы их научили, вы получаете пожизненный бонус 5%, который, в принципе, пожизненный бонус, который можно передать по наследству вашим детям, то есть вы проделали эту работу и передаете эти доходы, этот свой номер детям, и они дальше получают эти доходы вместо вас. Кстати, можно разделить, то есть есть у нас
люди, которые, ну, соответственно, передают по наследству, можно написать договор в компании, что, допустим, вот я номер передаю по наследству, но 30%, допустим, я получаю сам, 70% входит наследнику дохода вашего. Или там, ну, в общем, сами, да, решаете, сколько процентов вы передаете по наследству. Но в дальнейшем, когда, соответственно, вас не станет, все перейдет к наследнику, да, но пока можно разделить и часть получать самостоятельно, часть передать наследнику. А пятый вид дохода – это бонус 3%. Я там суммировала, это со второго уровня там 2%, дальше 0,5%, 0,125%, ну и так далее. Суммировала примерно 3% за развитие 22% групп с глубины, за обучение людей обучать. Шестой вид – это за развитие персональной группы. 1% от персональной группы, с оборота персональной группы – это автобонус, это менеджерская конференция. Ну и седьмой – это карьера, это все наши бонусы, это банкеты директоров, это наши путешествия. И вот, все это здесь. Ребят, у меня, в принципе, все. Я так быстренько это все оттараторила. Понятно, непонятно, потому что это все-таки деньги. Это все нужно считать. Если считать не любите, можете просто верить на слово. Смотрите это все в отчетах. Давайте, скажите мне, все ли вам понятно? Могу вернуться и рассказать еще раз на какой-то пункт, если нужно остановиться. Если все понятно, записи останавливаю. Так, ну все понятно, да? Хорошо. Так, останавливаем.